Всем хрю, с вами Бега Хорю. Опа, а что это там яйцо двигается? Всем добра, с вами Добрый, и сегодня мы сравним, чьи питомцы круче. Но на самом деле питомцев у меня еще нету, и поэтому мы сейчас будем их получать. Да! Получать мы будем их из вот таких яиц. Знаешь, что надо с ними делать? Жарить на сковородке, может? Высиживать, кабан, садись. Да я на такой не залезу даже. Давай просто, ладно, можешь войду в него. Ладно, его надо отмудохать. Чё, прям бить, что ли? Да, да, бей его. Но. Опа! Чего? Смотри, какой вау, динозаврик. Шоколадный. Его можно съесть. Он не шоколадный, он просто такой. Это такая порода, ты чё? Он, может, пшенички хочет? Это, наверное, реально торт, подожди. Тогда. Видишь, на нем вишенка. Бисквит. Тогда вишенка на макушке. Так, давай его, может, покормим, чтобы он стал больше. И стал добрым, да, давай, покорми его. Все, он уже убежал. Так, иди сюда. Хочешь пшенички? Пшеничку не хочешь. Да я ему предлагал. Опа, мясо, мясо любит. Он что, довольный? А что он гавкает? Гавкает и гавкает, что тебе не нравится-то? Ты хрюкаешь, он гавкает. Ну так-то да, каждому своем. Иди гуляй, иди гулять. Так. О, смотри, вырос. Подрос, а вишенка-то нет? Или подросла, да? Тоже. Слушай. Опа, может теперь на жопу садиться, смотри, оп. Возможно, мы сделаем самую гигантскую вишенку. Этого оставляем. Пойдем искать другие яйца. Они тут где-то разбросаны, потому что курьер, блин, растерял все. Опа, еще яйцо. О, фига. Так, иди-ка сюда. Получается, мы их ловим, как покемонов. Из яиц достаем. Ищем. Интересно, а что вообще оттуда вылупится? Олень! О, олень розовый. Серьезно? Какой красивый. А ты что, будешь мясо? Будешь? Мясо не хочет. А пшеничку хочет. Молодец, умничка. О, смотри, кабан! Да ладно? Я могу на нем кататься. А на динозавре можно? Ну попробуй. Стой! Стой! Стой, да погоди! Не, нельзя на нем. Ну все, я поехал тогда. Ладно, я тогда пойду посплю, только эта хрень мне снится. Динозавры шоколадные, добрый на олене бегает. Добрый, мне такой кошмар приснился. Ты не поверишь, что это? Почему ты на олене бегаешь? Это не кошмар. Это питомцы, кабан, что ты проспал, блин, 10 часов. Пойдем быстрее другие яйца открывать. Пойдем. Давай тебе что-нибудь тогда. О, смотри, сейчас еще второго оленя выбьем, чтобы ты не тоже факт мог кататься. Может быть, вообще там не олень. О, лев! Серьезно? Будешь на льве кататься? Да, чем? Пшеничку кушать, как думаешь, или мясо? Я думаю, мясо, на, вот, покорми. Слушай, его. Слушай, он похож вообще, если честно, на медведя, у которого просто грива выросла, потому что это вообще не лев. Ну, это какая-то собака, реально овчарка. Ой, да не бить его, кабан! Ты что, он тебя сожрет, сейчас вырастет. А, вот, все кушается. Все, да, блин, тут трава мешает. О, смотри, садись, садись. Хорош, хорош, кабанчик. Классно, все, Симба и Пумба, мы вместе. Так, отлично, смотри, у нас уже 3 питомца есть. Ну-ка, интересно, а что еще может выпасть? Давай вот это яйцо откроем. Добрый, я тут вообще просто 4 штуки нашел. Чего? Смотри. Кто там, птичка? Кто? Птичка какая-то. Это сова. Совушка. Ну-ка, на, кушай, кушай и расти. Добрый, летать, может, на ней можно. Нет, сова, так что навряд ли. Маленькая, ты что, на сове? Ты летал хоть на сове? Фиг знает. Ну попробуй, залезь. Может, получится у тебя. Нет, я слишком это... Видишь, она может садиться зато. Так же. Да, садится она классно. Погоди, вот тут еще 4 целых яйца. 4? На-на-на. Еще лев. На-на-на. Шерсти, все, теперь я тоже могу на льве покататься. И вот здесь еще одно. На-на-на. Вау, добрый! Че у там? Меня есть гном! Где ты, че? Вот, гном! Гномик! Ты маленький нашел? Человечек. Я интересно, его нашел ты здесь, вот в яичке. Смотри, у него дергается шапочка. Подергай шапочка. Ай, да, дергается. А что ты кушаешь, кстати, гномик? Пшеницу? О, пшеничку кушает. Ну-ка, подожди. А если он вырастет, он каким, интересно, станет? Наверное, таким же маленьким, потому что гномик. Смотри, какой здоровый гном. Это уже дед какой-то. Все, будет работать на нас теперь. Будешь шахту. Хорошо, будешь пшеницу добывать, да. Да, вот, все. Ладно, пойдем дальше. Блин, слушай, тут довольно много яиц. И в каждом яйце, ну, почти в каждом, кроме львов, выпадали разные питомцы. Добрый, кстати, погоди. У тебя лев похож на Симбу, а у меня тот злой. Как его звали-то? Я забыл. Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, кто помнит, кто смотрел «Король Лев». Надеюсь, все смотрели, потому что если вы не смотрели, ну это вообще, ну капец. Напишите, как звали злого. Мы, пожалуйста, забыли. Опа, что я нашел? Кстати, вот такое, смотри, алмазное какое-то. Вау! Мы такое еще не открывали, алмазное слушай, золото. Слушай, возможно, там, как думаешь, кто там? Я думаю, там черепаха. Ты как думаешь, кто там будет? Черепаха? А, ну хотя рядом с водой. Ну-ка, да, давай попробуем. Да, и алмаз. Ну, чё такое твердое? Вау! Дракон!
Он! Я был близко! Вау! Ну да, кстати, очень близко. Он срет! Смотри! Прям на ходу! Да не срет, это просто он... Что это? Ну, хотя, может, и срет, не знаю. Ладно, давай. Он уханул. Так, дракончик. Вот на драконе уже, в принципе, можно летать. Да, он меньше совы, по-моему. Да, он что-то не растет тоже. Ладно, видимо, все высирает, всю еду. Лисенок! Какой красивый лисенок. Да, так. Наверное, на нем можно кататься. Не, он тоже на жопу садится только. Блин, а что они все на жопу садятся? Кстати, а гномик на жопу садится? Ну-ка, попробуй, посади ее. Опа. Все на жопу садятся, отлично. Так, вот еще два яичка. Еще два? И вот еще. Не, даже три, четыре яйца, пять, шесть. Ты че, кабан? Вау, лисенок, еще один. Вау, еще один олененок. Добрый, собирай армию, потом сравнишь ее с моей. У тебя тоже армия? Так мы же пойдем моих питомцев смотреть. А, у тебя... Ну, конечно, пойдем. Конечно, мы сейчас твоих смотрим, потом мои будут. Вот, кстати, уже мои вот начали твои, подходить. Да. Смотри, какой классный, вау. Очень красивый. Вау, скелетный. Блин, жалко, такой. Я бы на таком с удовольствием покатался, но жалко, они не растут больше. Возможно, на какое-то время подождать, чтобы они начали расти дальше. Да, можно знает. Будет кататься. Может, это специальная порода, чтобы они ноги не откусили нам, колени там не прогрызли. Так они же питомцы наши, мы же ухаживаем за ними. Точно. А что такое бегает там, красненькая? А, это олень. А олень ты что, а ты чей вообще? Откуда он здесь? Это? Да, кстати, его же никто возможно, не вылуплял. Тут еще кто-то есть. Кто? Или тут какой-нибудь вылупляс есть. Вылуплял, это мои яички. Ты случайно не вылуплял мои яички? Нет. А дай покушать, я хочу кушать. У меня только для питомцев кабан. Ну, мне подойдет. А, вот сыровую говядину. Смотри, я вижу яйцо. Кабанчик, насколько я знаю, тут есть редкие яйца, которые просто так не найти. Они в каких-то тайных местах. Вот, допустим, как это, смотри, мы еще не видели такое. Вот такое полосаденькое нет. Да. Не видели. Может, там панда будет? Кстати, похоже реально на панду. Яйцо, по крайней мере, точно. Ай! Что это такое, подожди? Это умная утка какая-то. Интеллигент. У него монокль даже в глазу, смотри. Месье, а вы поставили лайк? Вы подписались на канал? Он исчез. Нет, его лев сожрал. Ну ладно, месье сожрали. Это потому что он лайк не ставил и не подписывался на канал, ребят. Если вы не будете подписываться и не ставить лайки, моя красная обезьяна вас сожрет, узнаете. Имейте в виду. Все, кабанчик, с этого момента мы открываем только самые редкие яйца. Хорошо, все, обычные больше не трогаем. Ищем только ультра very rare. Я нашел! Нашел? Да! А ты где вообще? Оно в трусах или что это? Или так, в шапочке подожди, наоборот? Бегу, кабанчик. Очень красивая, очень. Вау, смотри, какое классное. Да, давай, я открою его. Давай. Так как я нашел. Ну-ка, давай! Еще одна утка. Ты нет, у него эффекты, видишь, он издает какие-то лучики. Лучики, давай покормим его. А он не хочет есть. Потому птицу. Что мой, ну-ка он дай мясо мне ест. А мясо? Ах ты! О, идюк, это страус, я побежал! Это страус мой! А ты сможешь на нем бегать, если я вот так сделаю? Да! Это мой мифический легендарный страус! Смотри, кабанчик, тут в кустах спряталось. Кто? Яичко. А, иду. Вижу. О, я уже такое открывал, ну-ка давай. А, да? А, нет, стой, это другое! Другое? Да! Чё это? Чё это? Кто это вообще? Попугай какой-то дохлый? Облезлый какой-то, реально. Ну, это твой добрый. Может, он спасибо. Может, он превратится в прекрасного лебедя. Нет, он не превратился. В феникса. Он просто стал больше. У него вообще пузо какое-то, кабан. Сейчас я его посмотрю. Сначала я немножечко пошплю. Вот здесь вот. Хорошо, поспали. Кстати, добрый, иди-ка сюда. А ты где? Ты не говорил, что у тебя в доме есть шахта? Пошли спустимся, добудем алмазиков. Смотри, кабанчик, у меня уже целая армия. Мне кажется, можно даже дракона задушить. Господи, у тебя он реально какой-то пузатый. Пойдем, я тебе покажу шахту. Вернее, ты мне ее покажешь. Вот, да, когда ты успел выкопать? Я? Вау! Ты тут яйцо спрятал, добрый, офигеть, это я редкое. Открываю. Это, мне кажется, это одно из самых редких. Ну-ка! Вау, смотри, какой лиса, классный! Офигеть! Ну-ка, дай мне покормить ее. Ладно, так и быть, тебе отдам.
Ты у меня в гостях. Хотя у тебя тоже есть питомцы, так что это моя будет. Я тебе потом своих дам притомить. Все, у меня огненный лещонок. Так. Я назову его... Как я его назову? Курама. Будет называться Курама. Кстати, кабанчик, тут недалеко есть еще продавец питомцев. Предлагаю к нему заглянуть. Да? О, погоди, я нашел тоже редкое. У тебя на заднем дворе. Ну, по-моему, редкое. Да, еще одно огненное. Тут какой-то убер-редкий лев. На, корми. Все, отлично. А я, пожалуй, тоже себе огненного кого-нибудь открою. Ну как? Давай. Может, сейчас феникс будет какой-нибудь? Слон. Слон, огненный слон, добрый, радуйся. У него уши в огне. Слоник, расти, расти. Слон, это тоже классно. О, все, садись на жопу. Блин, на жопу только садится. Кстати, возможно, у огненных какие-нибудь атаки интересные. Возможно, огненные. Кстати, да, ну, как минимум, они могут что-нибудь поджигать. На, погоди. Все, еще одно редкое яйцо открываем и идем к торговцу. Вот оно, смотри. Чего там? Пёсик с короной. Фига, какой классный. Возможно, это золотое яйцо, типа, очень, возможно, легендарное даже. Не редко, а легендарное. Быть. Ладно, погнали к торговцу твоему. Мне кажется, у него тоже можно купить легендарные яйца какие-нибудь. Так, блин, что-то уже слишком много питомцев, я думаю, их посажу сейчас на жопу, чтобы они не бегали, не мешались. Сделай это! Смотри! А, так тут можно все было купить яйца. Вот мы придурки. А какая там цена, за что? А, за алмазы? За один алмазик, да. Так, мы с тобой еще не открывали, хотя я сейчас все куплю по одной штучке. Да, давай, сделай это, добрый, сделай это! Все, я купил, теперь можно идти открывать. Добрый, ты там пока покупал, я радужное яйцо нашел. А я его купил. А я его открыл бесплатно. И что выпало? Лиса! Вау! У нее хвост радужный, и она пузырьки издает такие радужные, красивые. Класс, ладно, иду к тебе. Да? Сейчас все откроем. Давай, показывай, что купил. Это было. Да тут почти все были. Тут, в принципе, все вообще были. Это кто? Это собака. Та была с короной, а это вообще непонятно с чем. Ладно, следующее сразу. Ща панда. Или какая-нибудь тупая утка. Это какой-то. Вау, слоник кто? С шляпкой. Цирковой. Видимо, да. Будет развлекать нас. Бузится на жопу. Так. Давай дальше. Желтенькая. Опа. У нас уже такой был. Да? А нет, такого не было точно. Другой. Нет, такого, конечно, не было. Да-да-да. Радужная. Давай, добрый, сделай это. Делаю это. Блин, сломалось. Переусердствовал. Так, ну это пузатая птичка. Вау, нифига, у нее эффекты. Очень красивая. Ну и остались, в принципе, вот эти вот. Ну, шоколадное у нас было в начале. Может, что-то другое. Вау! Что это? Что это? Что это? Смотри, я думаю, на нем кататься можно по-любому. Это единорог. Это единорог? А, ну да, так-то похож на единорога. Да, реально! Ура! Смотри! Он еще и может летать, наверное. Хотя не факт, но он очень быстрый. Смотри, да, я могу взлетать. Тебе, походу, эпик выпал какой-то добрый. Вообще, это самый классный, наверное, питомец. Так, ладно, подожди, мне нравится это. Давай откроем синенькое. Ледяной олень. Тоже классный. Очень красивый. Звездный какой-то. Да. Так, сразу вот два откроем. Ой, блин, динозавр и олень, огненный, адский такой, красивый. Ну чё, кабанчик, ты думаешь, можешь сравниться с моей армией? Ну да, у тебя тут, конечно, питомцы интересные. Гномы, львы, единороги, олени, большие умные утки. Ну, я не знаю, может быть, я думаю, я смогу с тобой потягаться. Но кто выиграет, я думаю, подписчики напишут в комментариях. Ладно, погнали на мою ферму. Так, добрый, ну вот и все, мы пришли ко мне в деревню. Посмотри, у меня веселое солнышко. Это... Кто, лев, что ли? Это мой питомец, я его приручил. Да, здорово, да. Бабуль. Где там моя палочка лежит? Да. Я же говорил, солнце, это мой питомец. Да, все, сейчас я за палочкой зайду. Бабуль сказала, что она дома. Палочка? Ну да. Что за палочка? Которой я приручаю питомцев. Палочка приручаешь? Ну да. Ты вообще яйца разбиваешь. Я палочкой. Ладно. Бабка, дай палку мне быстро. Она тебя не знает. А, да. Подружился, что ли? Ну ты добрый человек. Добрый. Так, ну все. Я научу тебя сейчас волшебству. Смотри, нам нужно найти... Вон, я уже вижу. Опа. Идем внимательно. Аккуратненько спускаемся. Просто лошадь приручу, что ли? Я и так могу лошадь приручить. Но, добрый, ты сейчас увидишь. Твои вот эти единороги с крылышками, это вообще детский сад. По сравнению с тем, что я могу. Смотри, все. Чего? Ой, ты какой маленький. Ой, какой милый, господи. Да, это моя лошадка. И что, и все, типа лошадка? Ну да.
На один раз, что ли? Одна лошадка у тебя? Я могу еще взять вот эту, например. А, ты можешь бесконечно их приручать? Да, смотри, в чем у нас разница между питомцами. Ты получаешь своих питомцев случайно, а я тех, кого захочу. Захотел прикольно. Себе слизнюка, взял себе слизнюка. Вау, смотри, ты какой не классный. Паришься. Да, только почему мы плаваем в воде? А как ты солнце-то достал этой палочкой? А, я забрался на самую высокую гору, вон она, вон там. А, то есть мы туда в конце пойдем, да? Да, еще у меня есть друг Луна, но он пока что спит. Интересно, а что это за место вообще такое красивое? Это Желуделяндия. Ничего себе. Как я понял, тут очень много биомов, да? Ну, все биомы собраны, да. Джунгли, болото, ад, снег. Все, пустыня. Это получается, мы сейчас можем приручить вообще всех мобов? Да. Вот корова, смотри, какая смешная. Ее даже штаны жалко делать. Кстати, да, вообще убивать теперь коров как-то, ну это, ну... По-свински, да. Кстати, вон свинья бегает. Вот свинья, да, бегает со мной постоянно, каждый день. В смысле? Ладно, скушай звездочку. Вот звездочка, я ее с неба достал. Да я вообще-то тебе дал-то печеньки. А, нифига себе! Че ты туда подсыпал? Я теперь быстро бегаю. А, все, закончилось. О, смотри. Подожди, а бабку можно приручить? Не, бабку уже приручена и так. Смотри, я вижу корову, овцу. Всех можно приручить. Давай, добрый, сделай. Господи, это. Господи, а она же цвет поменяла, смотри. Да, я разрешаю забрать себе домой овечку. Миленькую. Так, а теперь ее надо покормить печенечкой. Да? Да. На, вот. Любишь печеньки? Любит печеньки. О, теперь она сидит на жопе тоже. Теперь она будет за мной бегать, да, получается? Ну, наверное, но это не факт. Да, она будет за тобой телепортироваться. Так, тогда я хочу тебе... Нет! Нет! Фух, успел. Братан, не бойся, ты мой. Все, пойдем. Хотел себе свинью тоже. Не-не-не, свинья моя. Так, фу, а ушики жителя? Большие. Ну-ка, можешь жителя поручить? А, нет. Ну... Не трогай дядю Валеру! Беги! Я знаю, как можно жителя приручить. Нет! Ладно, шучу, это шучу, его только разозлит. Господи, шучу, успокойся. Смотри! А, я Луну еще не приучил. Вон она какая безобидная. Видимо, сегодня пойдем, да, на Луну? Конечно, добрый. Сделаем о, это. Смотри, кошка. Ну-ка, быстрее, за котом, кошку, быстрей! Кошку. Фух, я догнал его. Ой, тоже очень классный. Намного лучше, чем обычные мобы. Ну, свинья вообще прям классненькая такая, розовенькая. Все, я хочу себе армию, армию мобов. У меня есть одна уже армия питомцев, но теперь хочу еще такое вот, общеничка. Но ты можешь, кстати, не только мирных, но и вражеских мобов. В смысле? Ну, ты можешь пойти и крипера себе приютить, и все. Чего? Да нет, не верю. Ну да. Не-не-не. То есть, чтобы не драться с ним, ты просто его палочкой приручаешь и играешь с ним в ладошки. Добрый, добрый, тихо, вот, тихо, вот они, тихо. Вот они. Так, ой, их уже много тут прямо. Ну-ка, давай приручаем. Так, скелет. Да ладно. Эндермена, быстрей. Да фу, ладно. Еще успел. Скелет. Так. Еще скелета, быстрей, приручай его. Да фух. Ладно, это очень классно. Это лучшая тактика боя. Да, смотри, это... мой маленький Эндермен. И зомбичком, а, это крипер. Так, подожди, он не взрывается? Я не знаю. А если я его немножечко... стукну. Будешь взрываться? Все, нет, да он не взрывается. Друг. Все, да. Я его приручаю. У меня теперь есть собственный крипер. А у меня эндермен и лучник, и свинья. Панда, я за пандой, быстрее, я кто быстрее у того панда. Нет. Панда, какая классная. Она и до этого была классная, сейчас еще лучше. О, паук. Я, можно паучка мне? Да, давай. Так, паучок. Ой, че? Нет, это вообще, это что это такое? Ой. Такое даже... А че у него с ляпами? Даже убивать жалко его такого. Подожди, кабан. Этот. А если мы сейчас в ад отправимся? То мы там вообще всех приютим. И там будут уже не ад, а рай. Да, добрый, да. Да можно хоть дракона, добрый, пойдем за драконом. А подожди, давай сначала в ад, а потом за драконом. Давай. Пошли, я тебя отведу, я знаю, где ад. А вот и ад. Вау. Красиво, подожди, да? У тебя реально биом ада есть тут? Да, вон там зима была, мы же через нее шли. Так, опа. Я уже вижу первую жертву свою. Ай, что меня ударило? Фантом вонючий, стой. Все, у меня есть фантом теперь. И фантомом? Да, добрый, да. А красивый. Если... А можно быка этого здорового приручить? Смотри, приручить? Смотри, гаст! Так, все. Ну-ка, как быстрей. Достать до него? Не достать. Как достать гаста? О, свинья! Так, я сейчас попытаюсь. Да, сделай да, это. Да, получилось. Хорош, смотрим. Так. Где он? Иду. Вот он, смотри, какой маленький, иду. Какая маленькая медуза. Иду! А, упал! О, господи. А, вот тебе, да, смотри, он какой. Прям зефирка такая, да. А, кадавр! Все, маленький кадавр! Еще ищу дельфина.
Маленький дельфин! Классно! Фига, у меня тут еще такая Атлантида снизу. Красиво. Кабан, блин, на меня твои гопники напали. Так, ребята, успокоились, все быстренько. Ой, какой ты миленький. Ой, стал кабанчик на тебя похож. На морковки, а не хочет. Вот когда в садике в детском были с тобой, ты примерно так же выглядел. Ну да, было дело. Так, ладно, но нам сейчас важны ифриты. Так что отправляемся. Так, ребята, короче, мы пробегали и не нашли крепость. Да. Да, к сожалению, фритов тоже не нашли, но... Чё? Нашёл? Он появился тут, что ли? Да, здесь. Так, ща я его схвачу, погоди. Ага, видимо, подожди, кабан, это и есть крепость. Вот здесь заспавненная. Смотри, мы поэтому ее и не нашли. Так, что ты приручил? Да, у него очень маленькие вот эти вот стержни, и он вообще сам такой красивенький, маленький. Иди его звездочкой. Не, у меня нету звездочек. Ну чё, пойдем на самый верх? Предлагаю, да. Кстати, ну вот если и дракона можно, то это вообще это... Это изи Майнкрафт. Так, ребята, просто посмотрите, на какой мы сейчас высоте. Это самая высокая точка. Я тут со солнышком подружился. Вон оно какое шикарное. Пойдем, получается, этот замок посмотрим. А вот и то, что я ожидал здесь увидеть. Ну-ка. Какой большой. А еще он какой огромный. Не знаю. Ой, тут шалкер. Дай. Давай быстрее, я уже прыгнул. О, это то, что я ожидал увидеть. Нам отсюда не выбраться, у тебя да есть ладно, кирка? Ладно, не кирка есть, конечно. А, господи, все, копай. Добренький, аккуратно, единственная наша попытка поймать его, это когда он пойдет нас бить. Когда жопу о столб, да, будет чесать? Да, либо когда жопу будет об столб чесать, именно так. Погнали. А где все? А, вот подожди. Он. Подожди, эндермены, кстати, можно? А, да, ты можно, я же их делал уже. Ну-ка, вон, и сдох от. Так, ладно, не будем обращать внимания на эндерменов. Просто по красоте. А сейчас поймаем Всё. Дракона, когда он чешет жопу. Чешет жопу, да. Так, так. Успеем. Главное успеть. Главное успеть. Да, все, все. Дракончик. Быстрей. В пещере выкидай, то я сейчас сдохну. Маленький дракончик. Какой смешной. Второй. Как это? Чего? В смысле? Откуда тут второй-то? Не знаю, но главное, что у меня есть теперь маленький дракончик. У меня-то нету. Ай, да блин. Так, что ты... стоишь-то? Сейчас поймай его. Ну давай, давай. Давай, давай, давай. Опа, погнал. Да давай, блин. Фух, я смог. А отлично. Смог. У меня есть... тут еще один. Ну что ж, ребята, у нас теперь есть бесконечная фармилка дракона. А на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо, что посмотрели. Оценивайте в комментариях, чьи питомцы лучше, мои или кабанчика. Да. Получается, всем пока и большого кабана. Ну и добра, конечно.